Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Сегодня я нахожусь в районе Махмутлар, в хорошем проекте, который называется «Сфера». Проект был сдан в 2017 году. Продается тут 1 плюс 1, видовая квартира. Глазами видны горы, вот так, как вы сейчас видите. А также в том направлении везде горы. Просто облака закрывает. Вид на бассейн, огромная территория, детская игровая площадка, там зона барбекю, генератор, открытая парковка. Есть сауна, хамам, лобби, которые я вам покажу. Огромный балкон, 1 плюс 1, 55 квадратных метров минимум полезная площадь. Балкон можно застеклить, сделать кабинет из этой части. Комнату дополнительно, до туда даже вы можете закрыть. Дополнительная комната и еще маленький кабинет, офис для себя. Здесь сторона восток и север. Две стороны. Квартира продается под ключ. Мидея-кондиционер инверторный. Симес, бытовая техника, холодильник, посудомойка, акриловая столешница, ну все, что нужно есть, заезжай и живи, квартира под ключ. Встроенный глубокий шкаф, проточный водонагреватель фирмы Симес. Тут у нас стиральная машинка. Вот такой красивый санузел. Есть вытяжка, душевая кабинка. Большая спальня. Встроенный шкаф. Два кондиционера, один внешний блок, который находится вот тут. Большой внешний блок. Спальня тоже большая, где-то здесь 14, полезная площадь. 14 квадратных метров вместе встроенный шкаф. Итак, спускаюсь я вниз. Тут два лифта. Шнайдер. Лобби. Такое вот лобби. Тут турецкая баня, спа, фитнес. Кое-где открыто. Тут йогой занимаются. Тут санузлы. Тут открытый бассейн. Открытый бассейн, там что-то было, сауна, римская парная, закрыта, здесь по каким-то дням открывается, или... все работает, все рабочее состояние, что тут есть, глянем. Угу. Детская игровая комната, здесь тоже написано. Еду нельзя брать сюда. Вот такая детская маленькая комнатка. Здесь игровая зона бильярдная. С 9 до 10. Ну, тоже надо ключи взять внутри у ресепшена. Кинотеатр тоже закрыт. Надо ключи взять. И все. Вот такой проект. Был сдан в 2017 году. Айдат 52 евро в месяц. Может, поднимут, говорят вроде. Вот генератор. До моря здесь 220-230 метров максимум. Маркеты в шаговой доступности.
до 3 Migros тут где-то 300 или 250 метров тоже расстояние до сети магазинов. Огромный бассейн, здесь ставятся зонтики, шезлонги летом, там зона барбекю. Цена этой квартиры 103 100 евро. Пишите, звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Ставим лайк, подписываем на наш канал, пишем комментарий, что вам тут понравилось. Также покажу, что снаружи есть парковочные места. Вот здесь есть детский парк прямо рядом большой. Придется показать вам. Там сеть маркет. Здесь улица Барбаросса, Калипсо и море. Тут детский садик даже есть впереди. Еще кого дети есть. Вот большой парк для детей. Просторно 1 плюс 1, из которого можно также сделать как 2 плюс 1, если пожелаете. Там отделить балкон на две части. Вот большой парк. Такие вот деревья с такими цветочками. Всем пока-пока.